Mazda 323, правое крыло. Такое вот крыло у меня есть в наличии на Mazda 323. Сейчас общим планом покажу. Все за крыло. А Toyota не было? Нет, нет. Сравните, сопоставьте, такое ли крыло у вас, такая ли вообще Mazda 323. Я вам вот лицевую сторону более детально показываю, для того, чтобы у вас была большая возможность сопоставить это крыло со своим. Это вот так вот стоит у нас. Но сейчас оно мешает. По крылу есть большое количество царапин, такие вот эти крылья друг с другом лежат, друг друга царапают, поэтому такой вот у них метод хранения. Так, сейчас я давайте арки покажу, после чего внутреннюю часть вот эту покажу с внутренней стороны. В таком состоянии крыло на 323 Mazda.